В заповеднике «Черные земли» в местах обитания сайгаков установят системы видеонаблюдения, солнечные батареи и огнетушители. По словам специалистов, установка дополнительных видеокамер позволит удаленно следить за дикими животными. Планируется организовать онлайн-трансляцию с заповедных территорий после устранения проблем со связью. Также установка камер позволит отслеживать и предотвращать возникновение природных пожаров, наращивать технические возможности к своевременному тушению. В числе приоритетных задач установка на кордонах солнечных батарей. Это повысит мощность и возможности приборов и улучшит бытовые условия сотрудников. Проект Всемирного фонда дикой природы, который называется «Сохраним Сайгака вместе», стал победителем в конкурсе президентских грантов в 2021 году в номинации «Охрана окружающей среды и защиты животных». Предполагается, что в рамках реализации проекта Всемирный фонд окажет помощь в электрификации кордонов заповедника, в частности, установит солнечные панели, батареи. Также планируется, что мы осуществим совместный проект по установке видеокамер на одном из водопоев заповедника.